Я тебе в ПМ пишу. О. Веселье только начинается, я смотрю, да? В самом разгаре. Вторую рельсу как-то разматывать. Я тут, я вот здесь. Ага. Чё? Вторую рельсу разматывает. Третью. Я вот дикий. Вторая вроде как третья. Сегодня уже сколько убивали? Вчера было РС? Вчера две. Сегодня тоже две. Пошли Агни Трэш. Командира бьем, вытаскиваем его. Маковик каски. Амбер кулаки. Ты босс Войт? Или я мой бов? Ну давай рожать только его. Две дэвки, где хил? А где прожимки? Вижу только кровь вампира. Ну а и как вот-вот, не видишь у меня? Ну сейчас где хил? Бля, где... Ах, сука. Что, где незабываемость? Она как бы висит. Подними меня БРом. Что у нас? Мы в 2 ВДК пойдем? Да. Он в ВДК. Не глянь. Толка тоже будешь ты собирать? Могу собрать идеальный шеред, ты его поэрелишь. Ну давай. Либо ты сам собирай. Да давай лучше я тогда отойду, чайка себе сделаю. А то сейчас засяду, буду собирать и чайку сделаю. Класс, которым пойдешь. Да без разницы, кого не будет, тем и зайду. Кроме паладина. Я на него повесил когда. Поднимите гидрона, я не могу пока хилю. Давай то же самое, забирай большого, я остальные на трешу. Ну давай. Мне нужна помощь. Забирай этих мобов. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Кстати, Олег камень не ставил в колье. Нету денег. Да. Да-да. Ну, давай сделай камень на интеллект, плюс 20 буду благодарен. Если что вас обманывать, у него там пол яма голды. Я же вроде камни лежат, ГБ. Если скинешь, я тебе могу сделать. Не знаю, что там за камни. Не смотрю, ГБ. Хотя вроде там есть архитектор, я точно сам не помню. Не знаю, заблуждение какое-то.
той стороны. То с той стороны. И с той стороны. Давай с той стороны убьем еще. Дардион не мог бы ДК пойти. Что? Ну вот я вижу, у Дардиона есть БДК. Че он не пытается? Надо три танка. А-а-а, блин, сказал бы сейчас, я бы лучше за АДК зашел. Там два спека, АДК и БДК. Давай, может, зайду за другого ДК, если он будет танчить. Все уже поздно. В следующий раз зайдешь. У нас получится пятую сыграть. Разумеется. Ну ладно. Так, Амбер, ВРК, Илья, минусуйте ЕП. ВРК? ВРК видно. Лак, раздай всем. Маковей, каску. Нет. Рыба ешьте. А вон, Дарниона есть АДК. Спекнись ты пока что. Кто танчит? Я. Вот танчу, танчит, начинай. Каску по ДК. Маковей, раздай каску по ДК пока, давай рост. Кому истерию плюс? Войд. Марика, не стой под дыханием, или я тебе минусну ЕП. Корт очень внимателен. Там был либо хант, либо вар. В нашей жизни это грозит летальным исходом. Войд, Даринон, потанчу танки. Даринон, ты босса танчишь. Протанчу первую копию, Войд вторую. Рыба стоит. Бафайте вара. Пристабаф. Телек. Кирилл тут? Я спал отопью. Кирилл этого Даринона. Не, я протанчу, особенно протанчу. Давай, Дарина, ЛП, ЛП, кровотвод, ЛП, руническое оружие, ЛП, ЛП, ЛП. Отходи, Дарина, отходи, если ты не будешь отходить, мы умрем. Все, протанчу, танчи. Дарина, он забрал. Дайте баф по Дарина. Танчик, забирай.
Ты все водишь. Достаю по нему, где он ходит. Он рядом со мной. Блять, тапки взорвались, сука. Далеко ушел. Хильте меня. Поднимай его, стила. Дайте гимнадхил, Филиппес гимнадхил. Старконь, поднимай стила. Балтар не в мире хватает героев и бед. Прикольно. Прикольно, да, в стрим бросимся. А сегодня тоже двойное ИП, нет? Не-не-не. Да. Все в беседе писали, фиг вас пойми, блин. Ну, хоть бы объявление напилили, там, вроде я читал, на неделю хотели. Где это ты прочитал такое? Ну, там в эстрисе и писали что-то. Так это ж мы с друг с другом говорили. Давайте бафы по рейду, приставал лапу, интеллект быстрей. Я имею в виду, что в группе сообщения не было вообще про двойное. Ну, вчера вроде давали и все. Дринон, попробуй прожиматься. Удар смерти по боссу. Да, вихрь идет, кровоотвод, кровь вампира, там, незыблемость. Там прожимки не помогут, там хилить надо. Помогут. Ну я вот сейчас под глухой обороной умер. Потому что ты далеко отошел, я не знал где ты, и просто тебя не хилил. Там вроде прохилил. А Даринона не хилил, и он умер. Все, Даринон, запускай. Вот этот Марик, он неадекват какой-то. Пишет пати в РС, хотя находится в рейде. Что это за прикол? Может, забагался. Надо, наверное, трех боссов в одной точке водить, чтобы проще было. 8 метров друг от друга танки. А не 20, как вы любите. Тогда да, надо захилимся. 8 метров танки будет получать клиф от боссов от своих. Видишь, где сейчас два танка стоят? Это 8 да, метров. Вижу. Это не 8 метров. Между танками сейчас очень много, 20 или 30. 12. Между боссами. Ты про боссов или про танков? Хилишь ты кого, боссов или танков? Тогда ты отходишь на 40 метров. Ну давай я попробую своего босса в боссе Даринона держать. Ну сейчас попробуй, потому что Даринон упал. Дал сакру. Ну там типа пока Даринон босса. Чем он таунтил, не понимаю.
Там че, хил отвалил? Да уйди из танка, когда на танке боссы, не надо. Настя, еще раз. Не убиваем расход. Да тут нужно хилов штук 6, чтобы они хилили получше танков. Нужно, да. Нужно, чтобы танки прожимались. Да, ты не понимаешь, танки прожимаются. Тебе видео скинуть? Под глухой обороной умирают. Под незыблемостью умирают. Ну, кстати, там да. Под незыблемостью я... по 10 тысяч, просто он часто очень бьет босса. По 10 тысяч, когда маленький. Нужно, чтобы за спиной танков пару хилов тоже стояли. Когда они откинулись, чтобы не сразу их начали хилить. Они бежать, а потом опять хилить. Время потеряется. Ну, танки с двух ударов тут легко умирают. Фуловы. Причем прикол? У меня сейчас два Амбера в рейде и два Марики в рейде. Как это возможно? Все залагал. У меня тоже так же показывают. Да, заскринил это, короче. Может их четверых кикнуть надо? Они какие-то подозрительные. У меня интернет упал, я вылетел. Куда я зашел? Ну, через 5 секунд. У меня я уже в рейде не был. Да уже нету, 5 кикнул у меня с рейда. Я вас вижу, но у меня кикнул. Вас исключил. О, вижу, вас исключили из группы. Это прикол, да? Сейчас КД не вешается. Сегодня такая же, по-моему, телега была. Я выйду из инста. Не, есть КД. Охуеть, у меня на КД 3 РС-ки. А нет, это уже забагалось. Забагалось. Две Марики, две Эмбера, блядь. Два Джеста, два Армагеддона, блядь. Два старых коня. Бафы, тирает Амбер, ты зайдешь? А я зараз релок сделаю. Я в пати опять дал. Все ты. Можно попробовать рейндж словить с метками. Да, можно. Будем играть в минимально полученный урон от танков. Не знаю, прожимается ДК или нет, но я не прожимался. Там пул. Допускай Даринон. Надо лапку бафнуть по рейду. Цирк приехал. Дайте снова лапу. Ховар, кликни на ХП. Ну, что это? Ну, у меня кнопка не жмется. Кнопки не жмутся. Короче, хилов мало просто. Ну, давай еще раз. Падаем еще. Олег, тут может... не захилится в 3 хила, я не знаю. Если только 3 васаба и все эршамами, то можно. Но если будет прожиматься, мы захилим. Я не знаю, прожимаются они или нет. Ну давайте будем учиться тогда, еще здесь снайпер. Танчил сейчас. Не, ну до просто этого. Просто не надо. Ну конечно, я ж не дебил. Бля, сколько я уже танчу, что я, блин. Вчера показали, полученный урон у тильта был почти 1.5 раза меньше, чем у тебя. Может потому, что я танчил сначала основу, а он только вторую копию взял. И потом он взял большого, и через секунду меня резнули, я его забрал. И тут же опять сдох. Он танчил двух боссов. Но сколько он потанчил? 2 секунды? Минуты пол. Какой минуты пол? Давайте Last Try. Дайте хапки маги. Тут не танков больше надо. Или 6 танков, короче. Чтобы они прожимались постоянно. Или 6 хилов.
Не, не спекайся, оставайся в ретрике. Будем позорить дальше танков. Технопул. Технопул, ни бафов, ни черта. Давайте, пристаба в лапу, интеллект. Уже давай я основу, воит первую копию, а этот вторую копию. Вот это хорошая идея. Какая разница, вы же говорите, что надо хилов больше. Ну, Дернион 6.2. И что? 6.2 это нормальный ГС для RS-25N. Ну, нормально, если с метками здесь разбегаться, тогда нормально. Маковик, раскрой. Босс стаки ловит, он убивает любого, даже фулгирного танка. Жизнь на стаке будет безбожно просто. Ну да. Так. Каску по ДК. Нет, есть. Че, можешь пулять? По друидам каску. Героям слава. Кирк приехал. Умирал сейчас, блядь. В крепости Утгард. Про товаром, сука. 68-м. Но его пробивает, как это просто жесть. На боссе 43 стака только. Килен он стопом, светом небес. 20 тысяч, наверное, пробивает. Вдвое сильнее страдания. Киль Войда, Киля я 2 ДК. Я уже не знаю, где этот войд стоит, спрятался под дубом, наверное. Он возле меня. Ну, могу на ту сторону перебежать, наверное, вот так проще будет, да? Оп. Так видно? Да. Ладно, тогда здесь я словлю копию, наверное, может быть. Отлично. Дал сакру. Сейчас дам каплю, Дарьон, тебе далеко не могу хилить, откинула. Даю Дарьону боссу первую метку, чтобы не прошибло. Танки находятся за 50 метров друг от друга. Танки находятся в моей видимости, потому что я их достаю по хилу, поэтому еще живы. Сейчас мана кончится, вы упадете. Правда чудо, да? Почти. О чудо, танки не разбежались, как тогда. О чудо, я отдал ШВ. В прошлых троях тоже. И хил, кстати, по мне проходил. Святилище считалось неприступным. Тердру? Да, я тебя тоже. Поставьте маунта по-братски. Только там тебя убило, по-моему, что-то. Босс помер, по-моему. Надо, чтобы Олег зашел в следующий раз в ДДК. Почувствовал эту боль. Вот эти ваши. Да. А я спряталась здесь. И запечатала вход. Нас убивали. Мне там действительно важно, чтобы сразу хилы видели танк. Потому что если бежать, там танк сразу упадет. Яиц в святилище. Атака и рука. Наверное, первый вайп из-за этого и был. Но... Давай, пуляй. Подожди, мам. Давай, подхили, хили. Рейген, мама. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои. Мне не верю. Зачем ты меня хвили с Олег? Если на мне мобов даже не висят. ТТМ поставь. Стоять. А ты чё, в ДД что ли? У тебя 49 кусков? И бафов нет. Каску как под К и стабаф по лапу. Пепел!
крапли уже одна. Не залейте мамушку. Не надо. Чё, кто танчить будет? Ну блин, я вот не вижу Дариноны вообще в отхилях. Ни удара смерти нет, ни захват рун. У тебя не есть на панельке? Олег, дай пати магу. Это не тот босс, где отхиливаться надо на Халёне, то еще можно на этом. Шкафу. Там только прожимается антимагия, там чё, кровоотвод, незыблемость. На 4-6 мобах. Шкаф. На этом. То есть у танка ВДК половина ХП. Он не должен сжать удар смерти. Да, ладно, все нормально. Ну, вообще должен. Или захват рун. Ну. Захват рун. Ну, насчет удара вряд ли. Ну, кто то что нажать? То есть нажать, если ЛП уже есть, удар чума есть. А удар смерти именно КД. Ему не надо жать удар. Ну то, что он не жмет, это значит, он надеется на хилов. А на Халёне нужно жать как. Во тьме, по крайней мере. Так, ладно, давайте, пати. Так. Мне фурика. Давайте тогда. Первая, вторая пати свет, третья, четвертая тьма. Ты фурика. Даркстар Староконси. Тьму хилят. Хилите в свет? Блин, перепутал. Первая, вторая пати тьма. Третья, четвертая свет. И перепутал. Даркстар Староконин. Тьму хилят. И диспелят тьму. Напишите, рука, на кого вы ролите. Кто начинает это и во тьме танчит? Даринон, ты остаешься свету, ловишь босса. Протанчу, начинает бой и заходит во тьму, танчит там босса. Понял? Угу. Заходите за ним. Вот видишь, Даринон, посмотри, где начинает танк, протанчу. Ты уже словишь на третьей фазе Халиона. Начинай. Ни лево, ни право, чтоб нас не убило. Все говорят, что первый раз танчат. Ой, не первый раз танчат, не первый раз играют. Выйдите с лужи Сакуда. Заходим. Сначала танк заходит, потом ГБ. Иди. Иди, Рэд. Залейте маму сразу. Лужи кинем на третьей фазе и хваткой притяни босса на себя. Фаза 3 пошла. Лужу надо было после уже кидать, сейчас не бессмысленно. Выходите, 3-4 пати. Ой, тоже выходи, там хан сдохнул. Как вы вообще повыходили так? Старый конь, Даркстар, диспельте метку. Метеор побежали.
Дал тебе каплю, прожмись 70%. Все, диспел ДК. Дракон, Даркстарс, давайте диспель. Диспель, диспель. Джест, поднимай Марику. Крейзи друид, я не креста. Даркстарс, метка тут. Метеор, побежали. Тань. Блять, не надо было. Вернул, я не приставил, нет. Во тьме дайте рост. Изи. Включен Америк. А стоп, мне не надо. Плачь на РТГ. Блядь, я тебя ждал.